Дорогие студенты и будущие уважаемые мои коллеги, я декан первого курса, я ваш непосредственный декан. После того, как у вас будет выбрана староста групп, после того, как мы соберем старостат, будут выяснены какие-то проблемы, которые есть непосредственно у вас возникающие, дни обращений в деканате будут как вывешены на официальном сайте, так и в группе ВКонтакте. В профсоюзном движении ВОС тоже могут брать любую информацию. Дни мои в деканате будут понедельник, среда и пятница. Если какие-то вопросы есть личного характера, вопросы, возникающие с взаимоотношениями в группе, на кафедрах, с какими-то преподавателями, вы их действительно не можете разрешить, вы их не можете даже в некоторых случаях понять, приходите. Предварительно будет вам известна моя почта, чтобы какие-то вопросы ускорить, пишите на эту почту, чтобы мы меньше теряли времени и более продуктивно подходили к решению тех или иных вопросов и задач. Обучение. Еще раз, давайте вспоминать, зачем вы пришли в первый медицинский. Вы пришли для получения важной и ответственной специальности. Поэтому будьте добры держать лицо. Все требования преподавателей, которые могут вам показаться завышенными, значительными и так далее, они исторически сложившись. Давайте уважительно относиться к истории. Уважительно относиться друг к другу. Очень уважительно относиться к старшим, особенно преподавателям. Я сразу же говорю, я никому помогать не буду, если узнаю, что вы перешли на личные отношения, если вы оскорбляли в любой форме друг друга по каким-то признакам, по каким-то качествам и так далее. Уважение врача к пациенту, уважение врача к среднему медперсоналу, уважение врача к другим коллегам и врачам куется прямо сейчас. Школа осталась позади. Вы переходите в новый формат. Вы переходите в новый формат обучения, жизни и так далее. Никто не обещал, что будет легко. Интересно? Да. Очень много что зависит от вас и действительно от ваших качеств. Вам надо очень будет пластично меняться по причине того, что будет меняться точно так же очень быстро учебный процесс. Очень много информации надо будет вырывать из разных источников, перепроверяя и так далее. Вся информация, которая будет приходить, вся будет практически сразу же выкладываться как в группы, так и информация будет получать ваш староста, так и в первую очередь староста курса. Вернемся к лицу. Лицо врача – это халат. Как он выглядит, этот халат, зависит от того, как к нему будут относиться. Рваный, мятый, забытый халат – это ваше лицо, это ваше отношение к профессии, специальности и к окружающим. Сменная обувь – это ваша безопасность, это ваше, опять же, здоровье. Доктор, в первую очередь, должен быть здоров сам. Если доктор не здоров, простите, как к нему приходить лечиться? Подумайте над этим. Посему все требования, которые будут кафедрами предъявляться, вся эта информация есть. Если в регламенте есть колпак, халат, сменная обувь, значит, это колпак, халат, сменная обувь. Вас об этом информировали, вы должны к этому быть подготовлены. Будьте заранее подготовлены, потому что лучше два халата иметь, потому как всякое произошло, постирали, не высохло, у вас есть сменка. Все вопросы по поводу забыл, простите, а что с вашей головой такое, что в таком юном и нежном возрасте вы забываете вещи, которые должны быть всегда с собой. По современному, по сегодняшнему дню регламенту,
Думаем про маски, думаем про перчатки, потому как это не наше требование, это требование ВОЗ. Поэтому перчатки, маски, запастись, антисептические средства, обработка рук, лица и так далее, тоже об этом думать, тоже это все иметь. И никаких споров и пререканий по поводу, с преподавателем по поводу «я забыл, я не знал» быть не должно. Это ваша дисциплина. Будьте дисциплинированы, потому что хороший доктор – это действительно дисциплина и здоровье, в первую очередь, идущее от него. Плохой, нездоровый доктор научить здоровью других и сделать здоровьем других не может. По поводу ситуации, которые возникают, внимательно смотрите гаджеты, которые у вас будут, внимательно смотрите информацию, которая у вас есть, и если возникают какие-то ситуации, связанные с криминальными вещами, с ситуацией, не связанной с учебным процессом, телефоны службы безопасности в брошюре для первокурсников у вас на задней странице имеются. Обращайтесь в службу безопасности первого медицинского, профессиональные люди вам помогут. Мы всячески открыты для общения. Двери первого медицинского с удовольствием и с радостью распахнуты для вас. Учебный процесс для вас будет, сразу же скажу, сложный. И, может быть, по сегодняшнему дню крайне сложный, но очень интересный. Будем очень рады, что вы все дойдете до вершины образования, получите специальность, которую вы выбрали, не разочаруйтесь ни в чем. Будем рады всегда вас видеть тоже радостными, тоже здоровыми, поэтому берегите себя и давайте учиться, работать, совершенствоваться вместе.